Дорогие земляки, дорогие ветераны, сегодня, как всегда, весь город в одном порыве пришел на эту площадь, по нашему прекрасному проспекту, и впереди наших колонн города реяло Красное Знамя Победы. Я хочу сказать, что для нас, для запорожцев, нет дискуссии. Была ли это победа? Было ли Красное Знамя Победы? Был ли подвиг ветеранов? Мы, запорожцы, говорим «да». Спасибо вам за этот подвиг. Спасибо вам за то, что мы 66 лет живем под мирным небом. Вы видели, сколько молодежи сегодня было на проспекте, сколько молодежи стоит здесь. Это значит, что память о вашем подвиге никогда не прервется в наших сердцах. Потому что родители передают эту память детям, а дети передадут эту память своим детям. И эта цепочка будет в Запорожье вечно. Я заверяю вас от имени всех запорожцев, что Запорожье всегда чтило, уважало и склоняло голову перед вашим подвигом. Запорожцы придумали и сшили самый большой флаг Победы. Вчера мы проводили его в город Киев. Сегодня он принял участие в параде Победы в городе Киеве на Крещатике. Сегодня в 2 часа мы приглашаем вас на торжественное открытие реконструированного парка Победы. Теперь этот парк своим внутренним содержанием соответствует своему названию. И я думаю, что лучшее, что мы можем сделать для вас сегодня, это делать город краше, это делать вашу жизнь легче. И я хочу сказать, что так всегда будет, пока запорожцы будут вместе объединены для решения этих задач. Я уверен, что вместе мы сможем решить с вами любую проблему. Дорогие ветераны, еще раз вам низкий поклон за ваш подвиг. Вечная слава павшим. Вечная слава живым. Спасибо вам. С праздником.